А у нас тут неожиданно нарисовалась вторая часть по Старексу, то есть продолжение. В общем, клиент забрал автомобиль, не успел отъехать от сервиса далеко, и у него выстрелила первая форсунка. Клиент, кстати, был предупрежден о том, что резьбы, да и болты, крепление форсунок находится в очень печальном состоянии. В таких случаях обычно меняется постель, а клиенту было предложено это сделать, однако клиент отказался. Ну и вот и результат. В данной ситуации обычно меняется постель, а также меняются болты. Вот. Но клиент отказался, ему предложено было это сделать. И сейчас он просит обойтись малой кровью, не менять постель, а поставить так называемые вертыши, то есть футерки, и восстановить резьбу малой кровью. Мы будем пытаться это сделать. А вот, кстати, что стало с вырванным болтом. На конце видим и алюминий, то есть старую резьбу, которая просто вырвала. Мечиком нарезаем резьбу под футерку. А вот такая вот красивая резьба получилась. А теперь непосредственно вкручиваем футерку. Далее просто вкручиваем новый болт в новую резьбу. Пробный старт.